Hi, if you watch this video, my check was good and you can watch my video again. So it's second part. So if my first video have good check, yes, has good check, and you can watch this. So of course this my second part will not so short. It will be big video. No, maybe not so big, but bigger than before. But I will cut my this video to part two. So no, I mean we will finish this TV show, yes, but I will have two parts. My first part it was Czech. And now I will have second part and part not so short. Ah, come on. If you don't remember, we stop when she dance, Stonewash dance, yes, it was for me like Spanish shame, but okay, it's my problem. So now we will watch more. Honey, I love you. I love you because you is me. I love you. And just start. Watch, okay? Спасибо, родная, спасибо. Конечно, нашу программу смотрят во многих странах, и в восточных тоже. Вот они бы вас оценили. Дорогая моя, вы старая дева. И я... No. Я, может быть, вам сейчас скажу вещь обидную, но она, наверное, на вас должна подействовать. Это вы для мамы с папой. Прекрасная, хорошенькая, мой носик, мои губочки. Вот. Вы обычная. Вы обычная. Поэтому мужчин на вас мало. И если думать и обольщаться, что... Ой... Like all people, they normal, they're not special, so... Good anyway. Вы еще найдете, вы еще своего встретите. Конечно, встретите, но шанс невелик. Поэтому то, что вы пришли к нам сегодня на программу, вы большая молодец. Молодец. Я бы очень хотела, чтобы вы сегодня вышли не одна. Поэтому вам нужен мужчина взрослый. Если у него будут дети, это хорошо. Пусть вас это не пугает абсолютно никак. Вы, мамочка, не отговаривайте. Пусть будет мужчина взрослый и опытный, который вас оценит. Пацан не оценит, даже ровесник нет. Наоборот, будет окружать. Понимаете? Да. Вот, только взрослый, взрослый мужчина. For me, it's very strange question. Because I think... I know a man, he has 24 years old and he is virgin still, yes? And for me it's, I don't know, it's good. But only for men. Why? No, okay, for women maybe too, but not so 24, it's, I think it's late, but okay, we don't about this now. When you have meet with men who is virgin, yes, it's so special because you can show him how. No, it's like book. You can open and write what do you want. Yes, what you want. You can write what you want. You can write bad or good or what, because it's like clean book. So for me it's not so bad, but it's not so good. It's, I don't know, near, middle, I think, yes, middle. Ну, такая девушка хорошая не должна быть одна. Ну да. Не, ну она достойна порядочного, хорошего мужчины. Не соглашусь, Лариса, категорически, вам нельзя брать старика.
Зачем? А кто сказал, что старик? Ну, вот нет, этот взрослый, я сказала, взрослый, мужчина. Лет 35. Какой же он старик? Ну, 35, да, соглашусь. А я бы выбрала еще и поменьше разницу в возрасте. Вам нужен человек, который будет примерно ровесником, немножко старше. Большая разница в возрасте для вас точно будет губительна. То есть 5 лет это много? Да. 5 лет это много в вашем случае. И вам нужно перестать играть в игру провоцирующей женщины. Потому что вы не холодный человек с точки зрения чувств. У вас в голове вбит стереотип сатурнический, что женщина должна быть скалой неприступной, а мужчина должен ее добиваться. Так вот, в вашем случае это не так. Гороскоп говорит, что с вашим Марсом в Раке вам нужны мужчины очень мягкие, очень тихие, которые сами не будут идти в активную атаку. И такому мужчине он только хотел бы подползти. Если вы скажете «нет», только после брака, не хочу сейчас. Закончится это тем, что он развернется и уйдет, потому что сам побоится. Ваш мужчина, ваш правильный мужчина, сам многого боится, у него много комплексов и стереотипов тоже. Я не предлагаю вам брать закомплексованного, но он сам по себе тонкий человек, и вы должны будете делать первые шаги навстречу. Многого бояться, этого мы не можем сказать, да. Но очень мягкий, самое главное. Встречайте первого жениха. First groom. Now we will see who is it. Добрый вечер. Добрый вечер. Я приехал к вам, чтобы познакомиться с вами из Санкт-Петербурга, северной столицы. Очень рад нашему общению. Надеюсь, что наше общение не закончится, а перерастет более нежные и, главное, искренние чувства. Это скромный букетик вам. Спасибо. Спасибо. Иван, 28 лет. Охранник в частном охранном предприятии, ветеран боевых действий, заочно получает высшее образование, мечтает добиться положения в обществе и встретить порядочную девушку. Признается, что у него тяжелый характер. Возлюбленная Ивана нашла предлог, чтобы отменить свадьбу, и сбежала к другому мужчине. Надеется, что Елена постоянно в своих чувствах. So, he's not so good, yes, if his future wife runs, so we can have think about him, he not good. Иван, вы с мамой, да? Да, с мамой, да? Но я хотел сделать маленькое отступление. Неприятное отступление. Спасибо. Лариса, это вам. Спасибо, дорогой. Я ваш фанат. Спасибо. Обожаю розы. Молодец. Он заранее их купил. Тоже с мамой пришел. Скажите, Иван, а для вас вот целомудренная 29-летняя девушка – это плюс или недостаток? Для меня это огромный плюс. Если честно, в своей жизни я не встречал таких девушек. Вот. Для меня почему этот плюс? Потому что мои родители, ну, прототип Елены, да, вот мама моя, у нее... Мой отец был первый мужчина и единственный всю жизнь. Во сколько лет? Я не знаю этот вопрос. На этот вопрос, мам, наверное, лучше сколько вам было, Наташа? 19. 18. Ну, 18 и 29, да? Это как что? Ну, как глава? Oh, it's different. Yes, it's different. 18, 19 and 28. It's a different age. So, За и ноги, правда? Большая разница, конечно. Ну, бывает. Ванечка. Всякое. Вот я слышала о том, как молодые люди сбегают из-под венца. Но чтобы девушка сама, вот как в вашем случае, объясните, что там произошло такого? Ну, знаете, мне как бы сейчас неприятно об этом вспоминать. И, хотя я об этом уже не вспоминаю, мне это уже прошло. Но было в моей жизни, да, такое огорчение. В общем, начали встречаться с девушкой. Встречались год. Просто встречались, потому что были еще молодые. Сколько? Ну, я с армии пришел, мне было 20 лет, 21. Встречались. Потом, после определенной ситуации, когда немножечко произошел конфликт у меня с родителями, ну, не с родителями, с отцом как бы, ну, мелочь, там не было никакой ругани, просто она предложила, давай поживем вместе у меня, ну, у ее родителей. Mm-hmm. Я, если честно, не хотел, даже вот мама не... Never live with parents and your partner. Never. Because it's like... I was. I live with my ex-boyfriend. I live with his mother. Yes, and it's terrible because mother has jealous
it's my son, why he don't... No, it's very, very difficult live with parents. You can say, but no, my mother or my father, my parents, so good, oh my god. No, if you will have girlfriend, boyfriend, whatever, and you will live with your parents or his parents, it's like low, yes? It's like low. His parent don't will like you and your parent don't will like him, so... It's like life slow. And it's work. Yes, sometimes, not so often, maybe one time in 1,000, yes, or 1,000,000. Maybe yes, maybe his parents love you so much because you're so good girlfriend, blah blah blah, but it's not so often. So listen to me, I'm smart. Don't live with your parents if you will have new boyfriend or girlfriend. You understand? Да соврать, я всегда говорил, что я не буду жить ну, у девушки. Лучше проще тогда снимать и жить вдвоем, mm-hmm. если нет у меня своего mm-hmm. собственного жилья. Ну. Пришлось. Ну, девушка была мне просто как бы дорога очень. Mm-hmm. Я согласился, потому что это был первый мой совместный опыт проживания с девушкой. И сколько вы с ней так прожили? Мы потом еще прожили 2 года вместе. Сделали ей предложение? Да, так как она хотела очень за меня замуж. Не знаю, эта идея фикс у нее была. Вот хорошо, вы сделали предложение, назначили, назначили дату свадьбы. И что да. дальше? I want marriage too. После чего она мне сказала, что свадьбу необходимо перенести, так как родственники не могут присутствовать. Ну да, потому что там дата смерти, 40 дней бабушки. Были на то причины. Но ваша сестра все это время делала какие-то недвусмысленные намеки вам по поводу вашей девушки. Буквально за 2 дня до расставания я что она как будто бы что-то знает. Вот, буквально за 2 дня до расставания нашего я был в гостях у сестры, навещал своего племянника любимого, единственного. Вот. И сестра мне... Когда меня провожала, уже она мне сказала: Иван, а вот как вот будет, как ты себя поведешь, если вы расстанетесь с ней? Но она знала, что я уже полностью растворился в этом человеке, у меня не было ни разу такого в жизни, чтобы Поэтому вы не нашлись, что ей ответить? Я сказал, потому что у меня характер такой, сестра меня знает, и я не хотел себя как бы унижать в ее глазах. Я сказал, ну, расстанемся, а с кем не бывает. Вот это были мои слова. На тот момент. А ваша сестра дружила с вашей девушкой? Да, да. Они были подруги? Ну, я не скажу, что подругами, но часто общались. И вот проходит какое-то время, и вам ваша девушка перед свадьбой буквально предлагает поговорить по душам. Она приехала с работы, да, сказала, что нам нужно поговорить, и нам нужно просто расстаться. Без объяснения они причины. Они задали вопрос? Даже не подумали? Никаких идей? Нет, почему? Я спросил, ты нашла другого, встретила другого мужчину. Она сказала, нет, никого нет. Просто я сделал для себя выводы, что я тебя не люблю, и я хочу с тобой расстаться. Ну, он вообще как-то по шаблону все говорит, видишь? Эмоций не видно, он как бы все... Я бы так что-то не смог. То ли обиду у него. And my, I don't have emotion too. I don't have emotion too, because I don't know. It's guy very boring. Нет, я сейчас живу отдельно от родителей. Ну, родители у меня в Ростовской области проживают. Я в Санкт-Петербурге работаю, снимаю и учусь заочно. А на кого учишься ты? На инженера пути сообщения. Вы легкая на подъем? Если вам предложит Ваня переехать к нему в Питер, поедете? Легкая, да. А в съемной будете жить? Буду. То есть вас это не пугает? Нет, не пугает. I have joke in my head, but I don't know how it say in English. So it's joke will die in my head. Будет съемный. Это не пугает ее. А вы хотите жениться? Вы сказали с первой девушкой, она очень хотела, чтобы я на ней женился, я решил затеяться со свадьбой. В то время я как бы еще не был готов. Я пришел с армии, я не нагулялся. Но я, тем не менее, я ей не изменял ни разу. Again? Yes?
Before this guy wasn't here. So it's again. Okay. I think producers of these TV shows think, oh my god, this guy is so boring, so we must add something wow, something like show. And maybe you will add, this is strange, but okay, because this guy is really boring. Yeah, yes. Боже мой, как важно правильно заинтриговать девушку. Это посмотрите, не как от у вас? Нее горят Нет, глаза. У меня вот букетик. А что написано-то? Посмотри, как у нее горят глаза. Вот что нужно, дурочки романтичные. Что написано? Что? Я не скажу. Что не скажу? Что значит не скажу? Мы тут что посажем? Для чего? Ну, что написано-то? Написано, что я нравлюсь кому-то. Вау! Хорошо, покажите сюрприз, и вы понравитесь нашей невесте тоже. Сюрприз. I hope he don't will sing, okay? Pray for it, please. Ночного огня под огромной луной темный лес укрывал нас. My honey, you pray so bad. So bad because he sing. Зеленой листвой я тебя целовал. У ночного огня я тебе подарил. Половинку себя. Вот мне медведь на ухо наступил, я не умею петь. It's all. You sing so good. Спасибо, Иван. Спасибо, Наталья. Проходите в свою комнату. Thanks God, this boring guy out. I don't know. Maybe second groom will be better. Yes, we will see. And I think he don't will think. I hope. Pray again about this. Фу, мам, я так переживал. Молодец, умничка. Понравился? Да, понравился очень. Хороший парень, правда, хороший. А вам? Тоже понравился. Хороший парень. Он хороший парень. Без прошлого, как вы хотели. Да. Нравится мама? Yes, maybe he is good guy, but he is boring guy. I can't, it's only me, but I can't live with boring guy. It's all my thing. Такая скромная. Да? Хотелось бы думать, что и как семьи. Свекровушка будет такая тихая и спокойная. Да, хочу, чтобы приняла меня. Ничего, вот видите, заочник, работает, образование получает, сам этого хочет. Я когда пришел, сел на нее, посмотрел, и знаешь, мам, я увидел в ее глазах, что я ей понравился. Понравился? Да. Я считаю, что это вот тот самый ваш тип, когда мужчина из себя что-то представляет, но активно не навязывает. В нем не было какого-то особенного напора или нахрапа, он сидел просто спокойно о себе рассказывал. Because he is boring. Он не пытался как-то слишком сильно произвести на вас впечатление, потому что это тоже иногда бывает бестактно. Он пришел как приличный джентльмен с букетом. Единственное, что ему девушка нужна та, которая умеет держать в напряжении, которая умеет немножко накрутить мужчине нервы. Но я думаю, что мы научим этому. So she must every morning have gun near his head. And yes, it will be good. It will be good. He will so big. And yes, I'm imagine this. I'm sick. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Николай. Привет. Это вам. Спасибо. Not so better than before. С подмосковных полей. Спасибо, прелесть какая. And I think he is drink alcohol a lot. I think, because he's so red.
Николай, 35 лет. Владелец небольшого бизнеса, в свободное время подрабатывает таксистом, гордится своей матерью, мечтает о детях, предупреждает, что много курит и разговаривает. Признается, что у него ангельское терпение. Николай простил гражданскую жену за то, что она 4 года скрывала от него то, что не может иметь детей. И еще 4 года мирился с ее пьянством. Надеется, что Елена не будет злоупотреблять его великодушием. О, это кто это пришел к нам сюда? Вы с кем? Это моя мама. Ну, такой мамой я бы гордилась. Могу я вам это прикрепить? А это теща моего брата. Ничего себе. Есть на здоровье. Спасибо, моя дорогая. Сами делали? Сами делали. Ну, дорогие мои, а для вас вот известие о том, что наша невеста невинна, стало приятной неожиданностью? Приятным. Все приятно. С первого взгляда я вижу, что это ягода нашего поля. И вообще этот цветочек такой мне очень-очень понравился. А вообще, это же ваша инициатива, чтобы Коля пришел сюда? Да. Как это было? Расскажите. Я пришла, чтобы женить на... Mother again. Mother again. Mother. Not him. Mother again. Конец своего сыночка. Так как сейчас год лошади, он у нас лошадь. И вообще уже надоело откладывать. Младшего мы женили, вот теща. И ребеночка ждут. И я уже хочу от старшего дождаться. Он мечтает о сыне. Он хочет детей. Но жизнь так сложилась. Первая любовь, когда учились, ну, так разошлись, а женщина, с которой жил, не имела детей. А мам, та, которая сначала 4 года морочила ему, не могла забеременеть, голову. Потом 4 года пила? Да, она... А может, она и пила? Ты... With him, drink. They every time don't tell this phrase. Drink with him. I'm sure he is drink alcohol. I'm sure. I don't know why. Лена, не обижайтесь, пожалуйста, но вы очень подходите, вы как два солнышка. Он всегда улыбается, он никого никогда не обидит, всех жалеет. Это человек, который пусть ему плохо будет, лишь бы другим было хорошо. Из-за него все мама говорит, да? Он сам молчит, вообще ничего да. Не открывает. Вот смотрите, почему Леночка... Да ты... So, he's mommy's son? Mommy's son? Yes? How it say in English? I don't know. In Russia it's with маменькин сыночек. So I don't know. I don't want have husband like him. Because I think all decision will only his mother will have the decision. 30 лет замуж не вышла. Мы выяснили. А ваш-то до 35 улыбалкин. Так не наулыбал себе жену-то? Почему? Если честно, вот как матери мне рассказывают, любит он всех. Он, как бы сказать, не женщина, просто он такой человек, что обязательно поможет. Он обязательно утешит ребенка и старого человека вместо уступит. А он разговаривать умеет сам? Good questions, good questions. Why mother say? Why mother speak? Why don't him? I answer because he is mother's son. Что я написала письмо слишком мягким. What? Why he is shocked? He must be. What mother? What did you say? What did you say? Okay, mother, it will be my wife. Okay. What? You want me my wife? Okay, my mother. I love you so much. Oh, it's incest. Why I think about incest and speak about incest? Коленька, я знаю, что вы за гражданский брак. Для начала, да. Как бы у меня не маленький жизненный опыт за плечами. Надо сначала. He can speak. Whoa! Николай, никто нас не знает хуже, чем наши родители. Друзья знают больше. Может быть, есть какие-то скелеты в шкафу? Yeah, it's true. Yes, you can have very good communication with your parents, but your friends every time know about you more than your parents. So it's true.
Может быть, есть какие-то дурные привычки, о которых хочется вот прямо сейчас заявить, с которыми вы не расстанетесь никогда? Ну, я не считаю, например, дурной привычкой то, что... I'm drink. It's very good. I'm drink. A lot. No, it's not good. Я люблю свободу, например. Свободу? Да. Ну, а рамки этой свободы? Все любят свободу? Ну, самые обыкновенные рамки, то есть... Нет, ну это не то, что вот вы, да, вы свободный человек. Ушли в четверг утром на рыбалку, пришли, через два четверга вернулись без рыбы. Не, ну через два четверга, это 2-3 дня. К примеру, мы уезжаем там на в другую область, да. А что жене позволено делать в эти 2-3 дня? Она также свободна, может ехать со мной, может там только дома заниматься своими делами с подругами там. Да. I don't know what kind of relationship I prefer, because sometimes I think, yes, I need have free, free time, freedom, but sometimes I think, if you couple who have meet, who have relationship so long time, for example, 5 years, so you can spend your time together. Maybe it's only my thing, I don't know, but I think it's good. Yes, sometimes I can go with my friends, he can go with his friends, yes, but almost time we must spend together. Вы уже так рассуждаете, что можете позволить себе на 2-3 дня куда-то уехать и говорите о свободе, значит, свободу вы любите больше, чем все остальное. Да, мамочка, ваша сыночка не женится еще очень долго. Да может подожди, даже никогда. Марин. Нет, потому что у моей самой близкой родственницы такая же фигня в семье. Я вам сочувствую, Галя. Единственный мой совет, ему хорошо быть без жены. Ему не надо. Нет. Поэтому просто... не. Yes, I think... She want, his mother want wife for him, but he don't want because he like freedom, yes, so he don't want be with wife, so mother, it's your choice, it's you want it. Пускайте в дом, не наливайте ему борща, не гладьте ему рубашки, ничего. Вот он должен сейчас в таких условиях зарасти так, по уши, чтобы не могу захотелось. Сам себя как бы это. Ну, это поглядим, сколько у тебя хватит сил. Поучужить, терпения. Постирать. Ага. Ладно. Стирать сейчас несложно, в машинку закинул и все. Ага. Все, жена не нужна. Да. Не нужна, к сожалению. Нужна. Но нам нужен сюрприз, показывайте. Вот да. Там моя двоюродная сестра. Угу. Ирочка, поддержи. Вот она приготовила стихотворение. На него все камни полетели. Your cousin, not you, but you must make surprise, not your cousin. So stupid. В глазах утону твоих. Можно? Громче. Ведь в глазах утонуть твоих счастье. Подойду и скажу здравствуй. Like in school. Okay, this moment we will finish my second part, and my last part will be so soon, I think, and I hope. What I can say? First groom, so boring. Second groom, it's... he don't speak self, his mother speak, he don't make surprise, his cousin make surprise, so second groom poor woman, what I can say. Okay, see you later, bye.